Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра, и не забывайте, что в комментариях не стоит спойлерить и оскорблять участников партии. Bolt actions speak louder than words. О, наконец-то болт. Все, американца нету. Ну вот, а Сириус построил дворец Потала. Там бонус к деньгам нехилый. Так, для гавани 7 населения, а тут пока мало населения. Давайте строителя. Сан-Франциско, морской порт. Не было недовольства, теперь внезапно стало. Странно. Так, в Бостоне тоже нужна гавань. Так, и меня интересует вот этот Темпло Майо. Что он дает? Отлично. Очень классное пояснение. Плюс один к довольству от развлечений за каждую клетку озера в пределах одной клетки. За каждую клетку озера в империи. Ну, короче, так как у меня этих клеток две, то, мягко говоря, чудо так себе получается. Так, ну что, по идее, мне должны 600 науки дать. Тут же у нас тропический лес, тропический лес, тропический лес. You and I come by road or rail. Сколько экономика стоила? Триста шестьдесят две. Сейчас пойдет еще авиация за один ход. Бразилия судила Францию? Интересно. Ну, раз уж распил, пошел. Нет, короче. Ладно, я думаю, что мне уже как бы нет большого смысла тут сидеть. Здесь как бы у меня тут час на следующем, ну может через ход падает Иркутск, ну и остается один. Не, ну тебе японец-то уже давно нужно, после потери столицы. Эта столица потерялась чистой совестью. В отличие от американца. Да. На работе надо быть уже через 6 часов, печаль. Ладно, всем спасибо. Давай, тебе спасибо. Предлагаю вам будет сделать сейф и сразу загрузиться, чтобы какие-нибудь ублюдки не заходили к вам играть. Не ругайся так. Да. Это, кстати, не ругательство. Это человек, который зачат вне брака. Я думаю, что
Тут люди заходят независимо от того, как они зачаты. Ладно, всем удачи. Давай, бразилец, я в тебя верю. Ну тут явно вот на этой карте надо в морские вот эти в гавани идти по-любому. Было. Тут наземными юнитами вначале повоевать хорошо, а дальше... Я, кстати, еще думал вначале попробовать вообще галерами понападать. Ну а что, кстати, как вариант? Стены-то не стоят. Только это надо, чтобы столи на воде было. Нет, а что, это... и до гавани дойти, гавани построить и... Тоже можно галер. И каравеллами. Вот каравеллами вообще вариант был бы. Но у меня-то юниты уникальные, слоны. Было бы странно это не использовать. 2.10. Карфаген 2.10. Преслов 2.11. А у меня, кстати, возможность построить еще... А, торговца я могу построить. Так, стоп. Где-то я тут что-то начал в Дели строить. Давайте тут торговца построим. Один ход. Отступим, буду. Надо собрать в армию из линкоров. Для этого надо линкоров построить первого уровня. Карту еще исследую. Так, а что... Кстати, оракул неплохая штука. Мне же бонус по великим людям теперь капает из-за оракула. Кстати, может действительно взять великого пророка? Куда мне еще девать веру? О, выполнил задание Иерусалима. А, ну да, где ж мне религию основать? У меня нету священного места. Короче, вот тут надо медь вырубить. I have always considered that the substitution of the internal combustion engine for the horse. Так, а что с нефтью? У всех ли есть нефть? Пропадаешь. Говорю, что с нефтью? У всех ли есть? Слышно было, нет? Да, слышно. Пока хз. Сейчас скажу. Ну, я смотрю, нефть одинаково расположена. Нефть вообще ровно в центре. Один ресурс. Нет, два ресурса ровно в центре. На этой, на пустыне. И на море по бокам. Ну, кстати... Типа она есть только у меня и у японца, получается. А тут нефть только на танки нужна. В принципе-то.
Так, производство в Дели давайте. Или все-таки и на деньги заодно пустим. Ну, флот испанца может просто вот отсюда плыть ко мне. Понимаете, да? Нет, не понимаю, Лёш. Ну, ты просто можешь слева плыть и все. А не оплывать, например, сверху. Могу, если захочу. Слушай, а если не захочешь, то не можешь? Ну да. Стою пока тут. В Уганде-то уже 278. Нехорошо, нехорошо. Да. Я почему-то все равно третий по науке. Ну, потому что открыл меньше. Ну, это да. Вопрос только почему. Так, куда у нас апается линкор? В ракетный крейсер. Подводные лодки, в атомные подводные лодки. Ракетный крейсер у нас где? Сменится авианосец. Вот тут у нас ракетный крейсер, ясно. Ага, вот и нефть требуется. Лёш, тут готовит бразилец атаку. Что-что? Бразилец атаку готовит. На кого? На меня. Ну... Я ему мешать не буду, если ты про то, чтобы я на него напал с другой стороны, то нет. Не-не-не, ну мы союзники. Что-что? Мы же союзники. Так я и с ним союзник. Вот такая печаль. Но мировое сообщество выражает глубокую озабоченность агрессией Бразилии. A common mistake that people make when trying to design something completely Все-таки ООН не хватает тут. Чувствую, в большом DLC добавят. Так, при создании строителей. Нет, лучше тут 4. Ну, все так, как есть, так и я оставлю пока. Буэнос-Айрес побежден. Кто это его захватил? Вообще уничтожен. Серьезно, это ты, что ли?
Ну а кто тут главный вармонгер? Ну вообще ты так радикально. Так не доставайся же ты никому. Да, Лёш, беру свои слова обратно по поводу армады. Капец, что они делают тут. Вот, я же говорил. А я в прошлой игре, вот прикольно было, мы там армиями с американцем воевали. Я за Россию играл, а чувак за Америку. И там сначала корпуса, потом армиями. Причем у нас одинаковые уникальные юниты. У него бонус на своей территории за... Ну, его уникальный бонус. У меня бонус на своей территории, потому что я веру взял. И армиями такими, по три юнита. Так, электростанция. Так, я тут рабочего построю. Давайте-ка еще одного рабочего. В принципе, нет, торговца. Я вот этот лес уберу, и тут я кампус поставлю, скорее всего. Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampa, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Так... Ну, дальше у меня план, честно говоря, развиваться. Мне кого-либо еще захватывать, по-моему, нафиг надо. Дальше развитие. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 городов. Очень даже неплохих. У испанцев, например, будет только 9, как я понимаю. А бразилец с французом, мне кажется, бразилец не сможет француза захватить. Ну, судя по... армии, я думаю, француз подготовится. 918 у француза, 1070 у бразильца. Теперь мне главное выйти в атомные бомбы и закидать испанца с подводных атомных лодок. Вот вся идея игры. Дает озарение для всех технологий информационной эры. Это ученый крутой. Линкор Испании заслужил повышение линии фронта. Many of us take better care of our automobiles than we do of our own bodies. Сириус в эпохе атома уже. А вы говорите, у меня науки много. Хотя
Хотя, может, он в компьютерах, конечно. Но мне 6 ходов осталось. Музыкант, развлекательный комплекс, музыкант, вдохновение оперы и балета. А что Женева дает? Плюс 15% науки, если не вы не ведете войну. А Сириус ведет войну. Сириус, ты и Сеул уничтожишь? Да. Прикольно. Может, мне пойти Женеву уничтожить тогда? А Иерусалим? Я его трогать не буду. Чего? Он не мешает плыть. А Сеул мешает своими юнитами. Точнее, мешает. Понял, ты на француза, что ли, пойдешь? Нет, зачем? А как он тебе мешает тогда плыть? Нет, выше Сеула я хочу взять последний город японца, Новосибирск. Там куча юнитов плавало сеульских. Они мне надоели, и я решил наказать Сеул. Вот так вот. Наказание от Сириуса. Зажечь все к чертям. А как иначе? А разве с ними... Там же можно мир как-то заключать с городами-государствами. Так я с японцами еще воюю. Нет, даже если они союзники, то через какое-то... Ну, посмотри, вот у силы сейчас нельзя мир заключить. А, да, я могу заключить мир. Ну, вот. Но раз ты его уже снял, то уничтожай. Давайте, наверное, в Бостон. Ну, из Бостона, типа, Бостон будем прокачивать караванами. Слушай, а у тебя как там дело? Война, что ли, идет или что? У кого, у меня? Не, у француза. Пока нет. Ну, давайте шпионы. Так, по внешнему виду, у Махачкалы военный лагерь не туда смотрят вообще. Не от того боялся. Промышленная зона разграблена. Да и японец что-то постоянно усиливается. Слушайте, так давайте мы ее восстановим лучше. Так. Американец, кстати, вырубил все тропические леса. Негодяй. Природу не бережет. Ну, видимо, армию устроил. Мы же на него нечестно набросились. Ну а чё он так вперед вылез в начале? Ну, человек любит на развитие играть. Потом закидывает нас атомками. Это он может.
Амфитеатр Форталезы. Почему так мало все производства дают? Мне вот интересно. Только Хайдарабад 1,4. Стальные, ну, Новосибирск 2,7. 2,10. Махачкала. Анна в Преслов. Думаю, тут нормально стоять. Сеул побежден. Да, такое вот оно. Лёш, убери, пожалуйста, разведчик своего. Ты мне скажи, где, потому что он на автомате стоит. Рядом с французским городом. Блин, французский... А, вижу. Да мне просто полевая пушка название загораживает. Так, нефть давайте добудем. Бостон. По максимуму производства, видимо, в Хайдарабад. Хайдарабад. Чтобы быстрее тут промышленная зона восстановилась. Так. Тут чисто производство. Два хода до уменьшения. Так. Колизей в снегу тоже так прикольно выглядит. Заснеженный такой. Чё-то мне кажется, бразилец ты француза не захватишь. 1109 на 1013. Сейчас посмотрим. Не знаю, если есть авиация у бразильца. Нету у него авиации. Чисто морскими нападения. Ну, должен же я хотя бы попытаться. Ну, конечно, правильно. Должен. Как по-другому научиться воевать? Так, что тут по деньгам? Что-то мало у них ресурсов. Так, научное соглашение. А, тут компьютер уже. С компьютером не торговать.
Ну чё там, когда война? Да я знаю, что когда там, по-моему, либо следующий, либо через один. А как ты определяешь? Ты на что ориентируешься? На память. Ну я осудил. 5 ходов пройти должно. Почему? Ты посмотри в казус белли, то есть, ну... Если ты можешь уже использовать... Ну вот, теперь появился. The chief incalculable in war is the... Так, давайте-ка мы одну подводную лодку сюда перебросим. Инженер. А какой повод хуже? Штраф за милитаризм сильный или суровый? Наверное, сильный, да? Сильный, типа, проще, я так понимаю. Суровый — это слишком сильный штраф. Что там по цвету? Ну, уже, я так понял, там неважно. Так. Как вы думаете, а если я построю корпус из линкора, но присоединю к третьему уровню одиночный линкор, он станет третьего уровня вся армия или останется? Третьего, наверное. Что-то у меня сомнение. Надо проверить, в общем. Ну, у тебя тут на натал сразу нападать стали. Бразилия вынуждена объявить войну Франции. Ну, конечно, вынуждена. Как же иначе? What I like about cities is that everything is king size. The beauty and the ugliness. Военная академия, морские порты плюс одну науку. Не, пожалуй, не будем менять.
Опа, а почему я не могу построить буровую вышку? А, не на моей территории, блин. 6 ходов. Ладно, подождем. Лёш, я случайно. Мне просто голды много нужно было. Ну, блин. Да и он, у него этот квест висел миллион лет. Я даже забыл про него. Какой квест, блин? Ты на два посланника путь туда отправил. Одного я, да, с торгового пути. Я в него проложил. Блин, ты вовремя. Я как раз этим ходом отправил посланника в другие города. Ну, блин. Так их всех в Сириус разворотил, каких городов там вообще не осталось. Женева, например. Что я с ними сделал? Разворотил? Разворотил. Известный развратник. Карфаген хочет торговый путь отправил. Почему нет? Так. Какой город у меня самый производственный? Дели 51, 48 Мударай, Калькутта 67, 71 Хайдарабад. Видимо, тут надо будет строить проект Манхэттен. Просто только где уран? Самый главный вопрос этой игры. Я думаю, вот он вот тут будет. Почему-то мне так кажется. Аэропорт построен. Untutored courage is used. Да ёлки. Почему? Ага, понятно. Три довольства для этого города и плюс 4 жилья. Вот этого чувака можно нанять. Что там следующее появилось? Плюс 2 привета, фиговый инженер. Амбар, водяная мельница, оружейная. Так, ну давайте серебро тогда обработаем.
Что, Натал отбился, да? Француз, кстати, там тебе предложение висит. Который ход? А, бразилец захватил один город француза все-таки. Там и стольня рядом уже. Так а что, у француза наземные войска в основном? Француз наземные войска послал к моему Наталу. Ну, по крайней мере, что я вижу. Странно, почему я показываю, что я тут хотел? Тяжело против этих минус геросов. Еще и в армию. Три корпуса сформировать, чтобы быстрее мобилизация открылась. Так, ну давайте сформируем. Чё уж. Раз. Ну, пока всё. Надо ещё два линкора построить. Что-то долго ты там Новосибирск колупаешь. О, Рурская долина. Частично. Наконец построил. А где? В Париже, похоже. Сейчас ты пойдешь его захватывать, да? Так, а где у меня вот линкор? Не линкор, а этот броненосец. Так, в Дели. Интересно, а построенный корпус будет считаться за корпус? Или нет? Так, слушайте, нужен рабочий сразу. Давайте я, может, тут лучше один ход рабочий построю. Все, нету японца. Потому что если будет уран тут, то надо будет... О, испанец, а как это у тебя биплан на нефти находится? Ну, он просто летает. Развернул он его. Да. Разведывает. Так. Плюс 3 довольства и плюс 4 жилья для города.
Давайте-ка мы в Хайдарабад перекинем такого прекрасного инженера. Ну что, где будет уран? Да не, кстати, вот эти циферки, они качество юнитов не показывают. Какие? В боевой мощи. Они только, я так понимаю, количество берут. Не понял, о чем ты говоришь. Ну вот в боевой... За Испанию учредил инквизицию достижения. Ну вот в боевой мощи, да. У француза было 1100 там, ну или 1000 с чем-то. И у меня там 1100. Но по факту у меня юнит намного сильнее. Потому что у меня минус жирусы вот эти, армады. Они, ну, короче, я про то, что циферки, они качество юнитов не показывают. Ну, понимаешь, тут все-таки есть разница, что, например, если одинаковые юниты, но ты нападаешь армиями, а у человека по одному юниту, то, конечно, у тебя сильнее будет. Leave the atom alone. Ага. Все, у меня сразу уже есть уран. Собственно, как и у Сириуса тоже. Сразу проект Манхэттен. Ты потопил, да, одного? А, подождите, это я восстановил. Дальше восстанавливаем. Давайте-ка в Хайдарабад все перебрасываем. И будет там по максимуму производства. Что-то как-то у меня слишком много караванов, блин, запарили они уже. У меня 12. У меня тоже. 17. Ну да, у тебя слишком много караванов. Пора бы Сириуса останавливать. Ох, подождите, нас тут осталось-то. Небось, еще коммерческие районы строил, да? Ну, у меня в каждом городе коммерческий практически. И гавань. Я вот, например, коммерческий район вообще не строил, только гавани. Так, что это у меня? Источник урана? А. И тут вот. Да, ну урана достаточно, короче, у всех. Это хорошо. Значит, мне надо первую, наверное, сюда бросить, чтобы разрушился уран. Потом сюда.
Так, максимум производства куда? 3, 3, 3, 4. Ну, значит, в Калькутту. Все на производство строю, обратите внимание. Да, Париж взят. Да, блин. Француз, так у тебя в основном были наземные юниты или морские? Слушайте, а что такое фигня, когда юнит нельзя выбрать там секунд 10? Чё-чё? Ну я сейчас не мог выбрать юнит. Я раз 5 в него тыкал, не выбирался просто. Не знаю, у меня такого не было. Етить, колотить. Тут я мискликнул. Генерала отдал просто так. Ну, тут генералы не так уж сильны, честно говоря. А, стоп. Так я же его не отдал, лол. Он же, его ж нельзя тут профукать. Возвращается в столицу, да, по-моему? А, да, кстати, да. Да, я что-то забыл. Короче, минасы эти сильные уже, по-моему. Тем более в корпусах или в армии. Так, слушайте, надо мне где-то пусковую шахту построить, незаметненько, вот тут, наверное. А, блин, нафига я строю? Тут инженером надо строить. Ну, спасибо за игру. Да, и тебе спасибо. И тебе спасибо. Спасибо. Карта очень специфическая, по-моему. Зато весело. Тут никто не может отсидеться, по-моему. Ну что, сейчас у нас мексиканский тупик наступает. Да. И мексиканец ты. Не, мексиканцы мы тут все. Ну тебе вообще-то надо француза захватить, чтобы как-то наравне с нами быть. Ну сейчас, а тут его быстро на самом деле. Мне кажется, что Сириус меня выиграет из-за своей этой постройки уникальной. Из-за чуда. Какой? Постройки? Какой? Ну нет, я имею в виду чудо. Как он это называется? По два юнита дает морских. А, это... Да. Это крутая штука. Ну ладно, спокойной ночи, удачи вам. И тебе. Спокойной. Да-да, пока. А мы еще и в союзе будем сидеть. Фиг знает сколько. Да, печаль. Но можем в научную, кто быстрее вылетит. А вот, кстати, интересно.
Раньше союза кончится или раньше улетим? Раньше союза кончится. Ну, союз, там еще ходов 20 как минимум. Ну да, все-таки раньше они должны кончиться. Тут пока космопорт построишь. У меня космопорт 14 ходов строится. Я, правда, тут особо караваны на производство в этот город не пускал, но... У тебя, наверное, с Рурской долиной... А Рурская долина, кстати, только на этот город действует? Или да. На все вообще? Не, все-таки карта тут не меняется, она всегда одна и та же такая. Я вот сейчас внимательнее разглядел. Я вот тоже играл и Килиманджаро тут было. И этот барьерный риф вот там стоял. Все так и было. Минец. А тут 4 очка перемещения. Не, мне броненосец лучше. Так, отправлю, видимо, в Кордову. Ну, наконец-то нефть. Наконец-то нефть. Так, а тут сколько ходов следующим ходом? Две тысячи семьдесят две. А у Сириуса уже 2000 армии. Ну и чего? Союз-то еще есть. Фигачит и фигачит. Ну, тут, собственно, кто раньше скинет ядерную бомбу? Фиг знает. Наука ничего не говорит, на самом деле. Во сколько завтра отмираться будем? Ну что, ты уже хочешь откладывать? Ну, да нет, я просто спрашиваю, во сколько? Может, сейчас доиграем лучше втроем? Ну, слушайте, я все-таки на 3 часа рассчитывал. Мне завтра еще вставать. Ну, вечером тогда, видимо.
Или днем можно? Может, днем тогда в 12, например? Не, я вечером. Так. Все по лепестку себе захватили, главное. Самое дело, что тут вот именно что удобнее захватывать в ту сторону, где нету городов-государств. То есть как бы... Не, как ты слабовато тут играл, японец. Очень много необработанных клеток. Учитывая то, что клеток вообще тут в суше не так много. В общем, надо было американца захватывать, да? Как-то тут не знаю, сколько ходов уйдет на то, чтобы обработать. Даже на овцах пастбища нету. Ну, у французов тоже не все тут обработано. Франция биржи вон строит в Махачкале. Но... Ну, правильно. Угу. Все-таки если корпус построен, то это не подходит. Ясно. Воу, в Бразилии коммунизм. Что началось-то, а? Ну, вообще, вот он будет набирать, ну, сколько? 8 ходов, да? В принципе, можно попробовать перехватить этого ученого. Или нет, или грант запустим. 6 ходов. 6 ходов это долго. Тысяча 855, это он в армию объединил явно.
Ну, честно говоря, мне уже пофигу, сколько у кого науки. Сколько у кого технологий. Я главное для себя открыл. И строю. Тут же у меня больше всего производства. 92,3. Ну да. Так, а насколько летят? Наверное, водного пространства на карте многовато прям. Как-нибудь побольше будет. Да, я считаю, что полоски. Тоже. Пожирнее такие, да? Ну да, а то что-то вот прям смотрю так, ну совсем как-то мало. Или центр побольше сделали бы. О, Леви Страуса, так ты сейчас джинсы будешь фигачить? О, мне тут Франция всякие сделки предлагает, но я отказываюсь. Я не иду на поводу. Воу, у меня крашнулась Сцилла. Обнаружен сбой, был составлен отчет об ошибке. Данный отчет содержит информацию, необходимую разработчикам для устранения подобных сбоев. Ну что, я предлагаю тоже на этом и закончить. Ну давайте. Там же ход сохранился. Ну автосейв есть начало этого хода. Okay. Ну и все тогда. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение смотрите, скорее всего, завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.